Приветствую на канале Hardware Asset Info. И сегодня покажу, как на устройстве Huawei P50 Pro произвести замедленную съемку. Итак, для начала мы заходим в камеру. И здесь нужно внизу выбрать вкладочку «Еще» и нажать замедление, которое, в принципе, первое в списке. Здесь можно у нас выбрать скорость, будь то 32x, 8x, 4x, и, по-моему, еще можно больше выбрать. Упс. Вот. Ну и все, выбрав скорость, просто нажать на запись. А если это 32x, то да, телефон должен находиться в неподвижном состоянии и записываться будет именно сам движущийся объект. Вот, а если выбрать другую любую скорость, будь то 8x, то просто нажимаем запись и все, и запись пошла, по сути. Вот, запись готова, сделали и можем наслаждаться. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.